И всем привет, с вами Фолк Макс, и сегодня мы с вами играем в игру под названием «Человек-лягушка, человек-паук». Да, блин, фак. Так, давайте начинать. Так, тут, кстати, вышло обновление и добавился, как я понял, поезд. Не знаю, что еще. Так, ну навыки это мы с вами знаем. Так, давайте сразу посмотрим на карту. Так, что это? Что? Где у нас тут поезд? А вот, смотрите, вот тут поезд стоит. Прикольно. Так, сейчас. Ну, давайте, в принципе, мы направимся к нему. Почему бы и нет? Тут какой-то чувак. Отдай мне свой велик, пожалуйста. Все. Блин. Что, ты напасть на меня хочешь? На-на-на. Смотрите, как мы его сейчас выкинем. На, нафиг. Эй, уйди. Да ты офигел. Как он фиг? Все. Ты сейчас получишь. Все, наконец-то. Так, за мной, надеюсь, сейчас никто не будет охотиться. Надеюсь, нет. Так, со мной вроде бы никто не охотится. Так, и где? Так, и где у нас поезд? Я надеюсь, он не уехал. Давай сейчас посмотрим, где он. Ой, так. Смотрите, поезд у нас тут. То есть нам нужно ехать как бы налево, получается, и вниз. Блин, а почему? Где я? Я потерялся, помогите. Ладно, давайте еще раз посмотрим на карту. Так, нужно сейчас получить повернуть вот так вот. Да, и все, и прямо, да. Так, давай, садись на велик. Ты что, ты не садишь? Ну, что тебе? Все, нормально. Молодец. Так. Все, теперь едем спокойно. Все у нас хорошо. Так, тут он свалку делает, ему нормально. Так, а давайте поездим на клоуне. Я давно этого не делал. Так, клоун, иди сюда. Ой, вот поезд! Смотрите, он едет! Блин! Блин, вылезай! Слезай, слезай! Быстрее, лети! Лети как можно быстро! Иди как бы можно. Да ты! А, смотрите, он остановился. А меня смущает, что здесь никого нет. Я типа могу спокойно один ехать, да? И все? Это все, что тут добавили? Да я не верю. Вообще. Ну, давайте поездим, я не против. Так, что тут у нас вообще такое? Так, а где тут новости? Я не помню, где тут. В паузе, наверное, да? Нет, не в паузе. Ну ладно, хорошо. Так. А, вот новости. Тут нет, тут не написано, что добавили. Ладно, хорошо, давайте дальше ехать. Типа. В смысле я виноват? Я никак. Походу там поезд кого-то сбил. Кто-то под поезд, походу, ехал просто. И нафиг его сбил. Его сбило нафиг. И все. А, подождите, у меня есть гениальная мысль. Я придумал, как сейчас это нам увести с собой одного чувака вместе прям. Увести. Так, давайте. Давай быстрее, быстрее. Давай, следующая остановка. Так, по-моему, она там, да? Нет. Смотрите, там дальше пещера. Ладно, ну не пещера, а как это было? Тоннель. Так, давайте какого-нибудь чувака с нами увезем прямо. Пусть он с нами поездит. Я надеюсь, что я успею. Блин, ну тут никого рядом нет. Ну чё, издеваетесь? Эй, ты, иди сюда. Все, быстрее. Быстрее поезд закрыл. Она убежала.
Нет, поезд! Поезд! Нет, 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 нет! Увези, увези меня с собой! Нет, там метро! Слушай, увези меня, пожалуйста, с собой, а? Ну-ка, ты меня собьешь? Нет. Ну-ка, можно, можно я здесь побуду? Что-то было. Ладно, давайте полетим за ним. Блин, самый интересный момент пропустил. Вообще, как так можно? Ладно, давайте все-таки попробуем вести кого-нибудь с собой. Так. Вон там вот остановился поезд. В принципе, мы можем прям за ним. Блин, нужно заранее, наверное, кого-то на себя заагать. Вот этого. Вот ты. Иди сюда. Иди сюда. Поезд уезжает. Давай быстрее, а то опоздаешь на свою остановку и не успеешь доехать. Да вы издеваетесь, чего вы все убегаете-то, а? Я хочу с вами поездить по поезду. Ладно, где у него следующая остановка? Давайте ее найдем. Вон там следующая остановка, быстрее. Блин, так а ты еще водички, да, хочешь успокоить? Вот, ты. Иди, иди со мной. А нет, лучше ты вообще. Все, иди со мной. Иди быстрее. Давай, давай. Блин, да что ты... В смысле ты стрелять начал? А, ничего... а ты не хочешь как бы со мной? Давай, давай. Иди со мной. Да ты куда? Да ты... Вы все... Ладно, можно я отсюда вылезу, пожалуйста? Мне нужно на остановке, а? Выйди. Эй, брата. Да ты что? Какого фига? Я сейчас... О, нифига себе. Смотри. Ой. Прикольно. Ладно, все. Мы сейчас нафиг полгорода заагаем на себя. Вот ты, мотоциклист. Или кто-нибудь тут футболист, не знаю. Вот ты, может, ты будешь? Женщина. Иди со мной. Ты со мной, да. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Да в смысле, откуда у вас всех пистолеты? Кто им вам вообще их дал? Давай, нет, иди ко мне. Но ты... Понятно. Короче, нам нельзя далеко от них уходить. Так, ну все, можно я вылезу, пожалуйста? Да, спасибо. Все, так, следующая остановка какая? Следующая остановка... Вот, Льва Яшина, так. Быстрее. Нет, я не успею. Ну, это нереально как-то сделали. Ладно, пофиг. Так, мы уже попытались с вами это... Как-то кого-то взять с собой поезд. Но мы поняли, что это невозможно. Ну, если возможно, то это нужно быть супер-мега каким везучим. А это я вам напомню, что это не про меня. Да блин! Ну, да чёрт! Да, дай мне свою машину. Мне она нужнее, чем тебе. Вот так вот. Так. Все, давай, машину вставай. А. Да, каждый день такое. Да каждый день такое бывает, что ты вываливаешься из машины. Вот. И все. А она взяла и спокойно пошла себе дальше. Вот так вот и надо жить, да. Блин, я забыл, как есть. Сам же управление. И сделала, забыл, как есть. Так, хорошо. Где у нас что? Вот поезд, а вот мы. Как сложно, тут все-таки сделали, конечно. Ну, по крайней мере, для меня, потому что я не совсем умный. Ну да ладно, пофигу. Так, разойдись. Все, нам прямо по курсу поезд. Так, смотрите, он едет сюда или куда? Нет, он едет в тоннель, значит, нам нужно вот через тоннель аж прям проехать. Вот сюда вот. Можно метку поставить? Почему нельзя, а? Во всех играх можно, а в этой нельзя. Как будто клон. А, это, наверное, машина. Ну ладно. Так, хорошо. Нам нужно еще чуть-чуть развернуться. Так. Блин. Назад. Куда нам разворачиваться? Так. Нет, не сюда. Погасить огонь. Ага, спасибо. Я не знал, что... А я не знал, что нужно. Так. Нет, это уже другой тоннель. Смотрите, нам, короче, нужно сейчас направо. А нет, вот у него туннель. Все, мы прямо по курсу, блин. Я тупенький, конечно. Ладно, все, прямо по курсу идем. Погнали. С
Сейчас будем всех тушить по дороге. Да и огонь. Подождите, я сейчас управление настрою. Все, я теперь могу всех тушить. Вот, на. Давайте всем стекло сейчас поразбиваем. Так, кого облить водой? Холодная процедура. Да кто хочет? Так, например, ты. Блин, какой же неудобно. Вот, на тебе, все. Поехали отсюда. Чего вы орете? Зачем орать? Блин, а я не туда проехал. Ладно, буду всех по дороге тушить. Ну чё вы орёте? Зачем орать, а? Нет, время для рекламы! Да... Так, все, мы с вами продолжаем. Не, ну они прям во время игры, конечно, сделали рекламу. Вообще такие деловые. Так. Так, все, я вас спасибо. Я вас сейчас опять оболью, понятно вам? Так, тебя обольем, и тебя, и всех вас. Так, вот тебя. Хотя я его не облил, но мне пофиг. Так, вот, все, нам нужно заехать в этот туннель. Так, все, мы прям будем навстречу поезду. Так, ехать. Я же правильно надеюсь еду, потому что если неправильно... Нет, я все неправильно делаю, да. В этом весь я. Я просто поехал не туда. Ладно. Нам сейчас нужно по всему дорожному пути проехать. Хотя это очень тупо. Ну да ладно, давайте. Так, едем. Нифига себе, я скорость разбил. Давайте. Молния Маквин нафиг. Так, все Ай, блин! Осторожно. Если я на такой скоростью в поезд лечу, мне кажется, я в космос лечу, но это по-любому. Так, погасить огонь, а можно эту надпись убрать? Она мне как бы немножко мешает. Это что, какой-то хаос. Я думал сначала, что это реклама игры, хотя может быть это и есть реклама какой-нибудь игры. А, блин, он уезжает от нас. А ты ж хитруга, да блин, да как его догнать вообще? Я не понимаю просто, в какую он сторону едет. Ладно. Хорошо. Сейчас весь путь нафиг срежем. Так. Зашибись. Классно. Вообще. Так, давай, улетай отсюда, пожалуйста. Ты можешь отсюда улететь? Ко мне, собачка. Так, давай. Только меня не сбей, пожалуйста. Все, спасибо. Вот. Погнали. Все, смотрите, мы сейчас... Где у нас этот грёбаный поезд? Если он меня опять сейчас обгонит, то я не знаю, что я сделаю. Так, поезд, осторожно. Вот он, все. Нам нужно его просто обогнать. Но он что-то какой-то быстрый. Вот какого фига он телепортируется, что ли? Он не телепортируется, только это мы на него смотрим. Все, мы с вами поняли, по какому пути. Да уйди ты, блин, я тебя сейчас водой оболью. Так, все, увидели машину просто? О, это машину нужно потушить. Но это не для меня. Нет, спасибо, я же не работаю пожарным. Все, давайте, так. Давайте вот так вот сейчас встаем. Все, вот. Все, давайте, погнали. 1, 2, 3, гоу! Ой, воу! Прикольно. Так, а что ты теперь со мной сделаешь, господи? Господи, моя машина сейчас взорвется. Господи, что с ней? Что с тобой? Давай потушим сами себя. Потушим. Офигеть, что сделал поезд с моей машиной? А она как бы не взорвется? Нет, ей нормально, походу. Походу, ей нормально. Все, я призрачный гонщик нафиг. Я еду. Это. Давай, призрачный гонщик. Да, блин! Вы видели, что это было? Она просто в космос улетела.
Офигеть. Да нет, время это рекламы. Так, все, мы с вами продолжаем. Давайте на этот раз возьмем скорую машину, почему бы нет. Так, а тут нету нигде никакого танка, что ли? Походу, не. Ну ладно. Так, стоп, а эту? Тут мы машину можем купить? Ну-ка, смотрите, вот тут какой-то значок. Так, давайте сейчас быстренько к нему придем. Вот он. А, это не, это фигня. И ты, все, отдай мне мою машину. Это я работаю. Господи, хватит скакать. Так. Все хорошо, с пожарной машиной у нас все получилось. Причем эксперимент получился достаточно... Так, пожарная, пожарка, пожарка, пожарка. Отдай мне свою машину, да ты... Ладно, тут есть другая машина. Все, я в будущем буду пожарным. Слушай, а тебе не напрягает, что это моя машина? Все, спасибо. Блин, какого фига? Ладно. Давай только, заходи нормально. Так, что у нас по карте? По карте поезд прямо рядом. Понятно. То есть поезд там прям, прямо там. А, вот он, там. Все. Нет, моя машина. Иди нафиг. Все, вот, поезд прямо тут. Прямо по курсу, хорошо. То есть мы сейчас его обгоним и просто со скоростью света влетим в него. Эксперименты. Просто в игре Rock Ninja Hero Strength Gangster Vegas. Так, погнали. Мы сейчас с вами просто разгоняемся, улетаем на большое расстояние и опять разгонимся и врежемся со скоростью света в этот поезд. Все предельно ясно, понятно. Так, можешь, пожалуйста? Так. Давайте, все. Все, так, давайте. Все делаем аккуратненько. Так. А ну да, они прямо... Вот эти вот человечки, они прямо по железнодорожному пути ходят, их ничего не смущает. Так. Все, погнали. Так. Так. Блин, да ты офигел. В смысле, все? И все, что ли? Это все, что на что. Это все, на что ты способен? Ну-ка. Я не могу тебя. Я могу тебя водой облить, но это тебе ничего не делал. Случай! Все, я. Все, я тебе преграждаю дорогу уже во второй раз. Ты давай-ка меня не толкай. Ладно, ребят. Так. Пока он тут на остановке, так сказать. Да ты задолбал, ну чё ты, чё, мы для эксперимента интересного тут собрались. А в итоге эксперимент не удается. Это что такое? Ой, вот так. Что? Вы это видели? Я просто на нем летел. Так, хорошо, так, давай. Давай, да блин, ну ты не можешь нормально, что ли, как-то это сделать. Ты в какую же раз я миссию провалил, то я ее и не собирался делать этого. Я просто хочу быть пожарным. Поймите меня. Поймите человека доброго. Так, все, разгоняемся опять. О, слушайте, если мы это на природе так улетели, то как мы улетим в туннеле? Мы же вообще там сквозь стены, получается, пропадем. Блин, а я не успею, наверное, да? Я надеюсь, что я успею просто. Просто надежда у меня есть небольшая. Так. Ну, вот так вот, я думаю, будет нормально. Так. Толкает меня. Да почему у меня в первый раз так идеально получилось? Ладно, ребят. Мы уже с вами провели этот эксперимент забавный. Ладно, давайте, я хочу еще раз улететь. Иди сюда. Давайте мы его сейчас обгоним. Попробуем. Так. Не, ну мы, я его не обгоню уже. Так, ну давайте, последняя у нас попытка будет. Так, давай быстрее.
Так, двери, надеюсь, еще не закрылись. Так, пока что еще даже двери не закрылись. Да в смысле, да ты даже двери не закрыла же, поехал. Кто так работает, объясни мне. Блин, а ты не хочешь меня, это, внутрь, в меня залезть? Нет, подожди, я пока что еще жив, ты как бы можешь меня сколько угодно дамажить, но... А! Ой, ой. В смысле, охудел? Я не хочу худеть. Я и так нормальный. Да, блин, блин. Я сейчас... А что с моей машиной случится-то? Ну, а, я могу дальше туда, ты поехали туда дальше. Хорошо. Все. Так, я русалка. Офигеть, а вот это вот прикольно. Подождите, давайте поплаваем под водой. Вот это класс. А, вот это реально круто. Вот это они круто сделали. Охудел, охудел. Ну ладно, мой английский. А что если тут полетать? Тут нельзя летать, ну ладно. Так, и чё? А, у меня там стомак, ну я все. Ладно, ребят. Мы сегодня поразвлекались, провели довольно интересный эксперимент. Вот. Причем и результат был тоже успешный. Да. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, повторяю, для меня это очень важно. С вами был все Фолка Макс. Всем пока-пока.